Привет, зайки мои! Сегодня покажу вам обзор на новый фен Xiaomi. Давно хотела заказать себе фен, но боялась, что я буду постоянно им пользоваться, а это не очень круто для волос. Вот, но все-таки решила купить, потому что периодически нам надо там в Москву срочно ехать с утра. Приходится очень рано вставать из-за этого. Вот, и как бы, чтобы поспать подольше, решила все-таки заказать себе фен. Сейчас вам все покажу. Сразу помыла голову, чтобы вам еще посушить, показать, как он сушит волосы. Вот, поэтому погнали. Итак, вот наш фен. Заказывала на Озоне. Ссылка, естественно, где? В описании под видео. Это укус кролика. Полезный, в общем, достаточно. Значит, что у нас идет? Княженция, естественно. Вот такая княженция. Все по-китайски. Тири-тири. Так, вот он. Итак, что у нас тут есть? Вот такой вот. Клевый пакетик. В коробке больше ничего нету. Чисто, в общем, фен. А, там еще был этот переходник на розетку, точно. Вот такой вот он складной, прикольный. Вот. Удобно. В руке держится. Приятный такой этот пластик. Небольшой, так как мы постоянно переезжаем, решила, что небольшой, громоздкий и достаточно легкий в руке, чтобы рука не отваливалась особо. Вот, заказала поэтому Xiaomi, да и вообще нам как-то эта фирма очень нравится. Вот у нас такой переходничок был, я его уже присоединила. Вот, в принципе, сейчас покажу вам, как он будет работать. Что тут у нас? По-моему, я читала, что вот это режимы, да? А, вот это, что ли, кнопка получается? Холодный воздух. Ионизированный или нет, я не помню. Но что-то про холодный возраст. Воздух я читала, что он тут есть. Я так понимаю, это вот эта кнопка. Здесь... режимы первая скорость, вторая скорость, выключение. В принципе, и все. Как по мощности достаточно мощный. У нас черри. Все в говне. Что это такое, черри? Что за дорожка из гороха? Сейчас вам покажу. Могу сказать после сушки, ну где-то минут 10 я сушила волосы, может быть чуть больше, не знаю. Могу сказать так, он не супер мощный, он всего 1600 ватт. Для волос, которые длинные, которые густые, это в принципе, ну, нормально 10-15 минут сушить. Если у вас 3 пера или 5, то, естественно, это будет 2 минуты. Вот у меня волосы густые, поэтому сушила долго. На самом деле задолбалась даже стоять. Короче, думаю, что за фигня. Ну, в принципе, вот сейчас трогаю, волосы, они сухие. Даже не влажные. Досушились. Оказалось, вот что интересно. Я, оказывается, неправильно вам сказала. А вот эта кнопка, сейчас ее покажу вам,
не холодный воздух, а оказывается, наоборот, горячий воздух. Нафига так делать, непонятно. Когда я сушила в прошлый раз, я делала вот на всю. Здесь сколько? А, ну, здесь две скорости. Вот, и сушила. И это было очень долго, потому что, оказывается, он там был, ну, недостаточно горячий, им нельзя было обжечься. А когда я сушила во второй раз, сейчас уже получается третий раз, я просто второй раз не снимала, заленилась. Вот, и когда второй раз я сушила, решила нажать вот эту кнопку, и он пошел такой горячий. Я просто высушила за пару минут. Очень это... Не знаю зачем. Может быть, чтобы волосы там беречь. Может, кто-то хочет на минималках высушить. Вот, так что буду сейчас сушить на... Ну, вот с этой кнопкой. Что я могу сказать про фен? Заключение, так скажем. Мощный, хороший, замечательный. Также сушит и густые волосы. И если у вас три пера, тоже высушит. Только три пера будет быстрее намного сушиться. Главное, кнопку нажимайте. Если вам типа жалко ваши волосы, не нажимайте кнопку и сушите 10 минут. И если вам не жалко ваши волосы или вам хочется побыстрее это все, там вы куда-то опаздываете, спешите, тогда нажимайте смело кнопку. Я в любом случае советую этот фен, рекомендую к покупке. Я рада. Вот, я долго думала, надо, не надо фен, но уже как бы третий раз он мне пригодился и вполне прекрасный. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Distract myself from this reality.